Анонс и точно дата выхода 63-й серии турецкого сериала «Разведка». 63-я серия сериала выйдет в эфир 29 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Умер узнал, что снайперщиком является он, и его цель – это Халид Башкан. Умер загнан в угол из-за того, что Францис приставил пистолет к голове. Зихре, которая узнала, что снайперщик Амир, приходится взять инициативу в свои руки. Несмотря на всю сложность этого варианта, именно этот вариант перевернет все вверх дном. Когда команда понимает то, что все планы Хартли можно узнать через Фредерика, они решают его поймать. Пока Амир и Зихра упорно сражаются на поле боя, команда, которая находится в хаосе на севере Ирака, имеет только один путь, чтобы добиться успеха. Этот выбор станет началом нового пути. Напомним, 63-я серия сериала выйдет в эфир 29 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.